Ну что, ну как всегда классно, потом у тебя, иди сюда, у тебя такое интересное лицо, у тебя такое интересное выражение лица, я так обожаю индивидуальность в лице и во всем, тебе будет легко, с одной стороны, искать свою песню, а с другой стороны, трудно, но в этом самое интересное. То есть мы все, в принципе, под свою внешность все равно не только платье подыскиваем, не только прическу, но и песню тоже. Как там я бы не выжилась, но не знаю, но гимн Советского Союза, там и российский, мне не подходит. Понимаешь? Ну никак. Я могу стоять, его петь, но на сцену я бы не вышла его петь. И у каждого есть свой образ, и у тебя тоже. Поэтому, когда будешь педагогом заниматься, все-таки всегда напоминаю, посмотрите на мою внешность. Я удивительная, особенно в профиле. Поэтому, когда будешь сниматься, помни это, даже с этого возраста. Договорились? Спасибо. Вы у нас есть, мы вас очень любим. Спасибо вам за все. Спасибо большое.